Вас приветствует Алена Ариес. Вам срочное сообщение от вашего мужчины. А сообщает он вам, девочки, что он за вами следит, наблюдает где-то в реальности или в интернете. И скоро явится к вам. Да, он проявится скоро однозначно, а скоро это в ближайшую недельку. А пока закрыт. Он наблюдает. А закрыт почему? Потому что подозревает, что вы обижаетесь, злитесь, и, возможно, кто-то у вас появился. То есть он хочет быть уверен, что у вас сейчас никого нет, чтобы явиться вот таким гордым, независимым победителем. Вот. Хочет, конечно, страстной встречи, чувства у него есть, но он хочет в отношениях, ну, в принципе, как и любой мужчина, чувствовать себя победителем, чувствовать себя на коне. И это очень важно, конечно же, для мужчины. А вот, будет он проявлять инициативу. Да, но еще какое-то время вот будет за вами пока наблюдать. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. А внизу ссылочка на супер обучение Таро, шоу Таро. Реально будет шоу. Регистрируйтесь, пока есть свободные места.